Всем привет! Сегодня покажу вам несколько видов подачи супа-пюре. Первое, нужно сделать крестообразный надрез, поместить кипящую воду на несколько секунд, а далее под струю холодной воды, и вы с легкостью снимете. Классический суп-пюре из томатов, а можете с картофелем. Но главное, побольше томатов, и еще вкусно, если добавите сладкий болгарский перец. Видите, как я на месте решаю, какие помидорчики и куда мне положить. Это и есть интуитивная подача. Также чавливаем цукини или кабачки, картофель лучше за литром, добавив любимые специи. Так как мы только учимся подавать красиво блюда, в самом начале желательно использовать тарелки черные или белые. Переходим непосредственно к делу. Берем два огурца и овощерезку.